Блять, ну что это за выбор, нахуй? Бля, токи что ли взять, захайролить обилкой попробовать? Ну возьму это лучше, чем баблер, потому что баблер вообще такой унылый. Им влить слишком тяжело выйти. Понимаю, блять. Все нахуй возможные тир-1 герои в лобби есть, охуенно. Вообще все возможные тир-1 герои, пуч, смотритель, йока, ну ладно, АФК не тир-1, крыса. А, ну брана нету. Если был бы брана, это вообще был бы, ну, самый сильный лобби, который я играл. Тир-1 герои. Он там, наверное, со своим парнем развлекается. АФК дали заебись пока что, она еще не вскрылась. Я даже не знаю, что я хочу из Т3 дропов. Из Т3 дропов я, наверное, самый сильный, который хочу, это, наверное, вожак. Вожак, либо 6-3, который баблер от механизмов. Ну, наверное, вожак будет сильнее, потому что можно крысу будет найти на ранней стадии и просто всех отъебать. И пойти без бестов каких-то. Чуваки, интер нет, потому что я не дома, и интер слишком тяжелый, поэтому я не могу его запустить, кроме как из дома, ибо никуда не загрузить его. О, кстати... Сейчас включу, спасибо, что напомнил. Ебать! Нихуя себе! Ну, бля, в таком случае мы берем точно одного амальгама. Вопрос, что мы тут делаем? Типа, берем ли мы еще одного амальгама или берем нитризима? Я думаю, что лучше нитризима взять, это профитнее. Ну, типа, общие статы больше получаются. Просто за сейм. Ебать, я два амальгама не видел, наверное, партии 100 уже. Сейчас, ек. Включил говно, сейчас с музыкой разберемся. Ну ладно, победа. Ебать, пуджу помойку дали какую-то несусветную. Ну нам дали два амальгама, это очень хороший старт. Главное, чтобы не было помойного продолжения, то есть чтобы оно было. Блять, АФК дали. Неплохо. Наверное, берем амальгама и берем вопрос, типа 3-2, либо 2-1. Можно вообще котика взять. Я, бля, думал, либо баблера взять, либо 3-2. Ну, наверное, 3-2 возьму просто, потому что, если что, будем его прокачивать, правильно? Тем более, говорит, звука ни игры нету. Ну, слабая АФК, на самом деле. У него катгар, типа, есть, и гидра есть, но это слабая, не возьму. Это очень слабая. Отлично. Типа, это очень жадный пик. Хотя другого, если не предложили, что делать. Я вот думаю, типа, просто нитризима взять и таверну Т3 сделать. Типа, а потом купить какое-то существо, сделать обилку, если что, еще рефреши 2-1 заменить. Короче, так хочу сделать. Вопрос, типа, два амальгама бафать, либо одно заливать. Я думаю, что на этой стадии игры я хочу два делать ровных пацанчика. Бля, ну старт очень лютый. Старт пиздец прям. Вообще самый сильный за последнее время. Сюда нужен, блять, браны, это будет грязище нереальное. Типа, два амальгама плюс зверь, это, ну... Зверь слэш Мурлок это самое сильное, что может быть сейчас. Ебать! Нихуя себе у чела тут стол. Просто пиздец. Бля, трейды еще говно могут выиграть. Вроде блю, спасибо большое. Чуваки, задержка, если что, поэтому... 5-4 плюс Hero Power. Ебать! 5-8 взять? Вместо Марлока 2-1. Бля, хочется жонглера взять, но я в демонов не пойду. Типа, пизду демонов. Пущенных. Зитика далее. Окей. Бля, вэлью от 5-4 на 5-5 получается. Просто пизда. Еще слева на вебке полоска худо видно. А, это, кстати... Бля... А это потому, что, блядь, масштаб фил не подкрутил. Я ему говорил, что надо сделать ближе. Чё, блядь, за что? За что насилие, блядь, над детьми, нахуй? За что? Так, держать. За что насилие над детьми? Ебать, на 16, блядь! На 16! Ебать, пуджу больно. Слабо. 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 Не выиграет. Очень слабо он. Очень слабо, брат. Очень слабо. Главное теперь не потерять эту уверенность на столе. Если потеряем эту уверенность... Так, блядь, по поводу музыки. Сейчас плейлист свой зайду, просто захуярю плейлистом.
400 любимых треков своих. У меня как раз тут новая музыка появилась. Далее гидру. Вместо 3-2 точно гидру берем. Попробуем дальше. Ебать, чё гидра? Ебать! Да ну, не верю я в эту хуйню, не верю. Я вот думаю, типа, есть ли смысл Т2 гидру собирать? Либо можно рефрешнуть. Я лучше рефрешну для забавчиков. Блять, вот этот забавчик пропал уже. Не похуй на него. Ебать, заход, блять! Просто пиздец заход. Просто пиздец. Охуеть, просто заход. Без комментариев, реально без комментариев. Охуеть. Ну, без комментариев, этот заход, это лучший заход за 5 дней. Отсюда рыцаря. Отсюда рыцаря. Блять, говно, блять. Бля, есть инфа, что я хочу оставить на столе 3-9 вместо 6-9, потому что 3-9 просто круче. Бля, ну, просто заход нереальный, если честно. Ну, я такого захода не видел несколько дней точно, прям пиздец такой. Удар в 1-3, удар в 1-3. Красава! Хорошо, блядь. Помойку рыгло ебаное. КВ, волк умер последний. У меня так вчера было. Думаю, бля, надо апать таверну, потому что я могу совершить свою главную ошибку, когда я при супер нереальном вэлью сижу и начинаю дрочить на это. Короче, нельзя так делать. Пока есть преимущество, нужно уйти в экономику, блядь. Хорошо, блядь, хорошо. Удар в брана, удар в брана. Ну, блядь, тут, правда, два трейда не очень классных, но похуй. Тут гидра засолирует сейчас. Гидра сделает сольный концерт. Гидра, давай. О, блять, хорошо. Да. Хорошо, ладно. Я просто не знаю, что сказать, честно. Мне просто нечего сказать. Мне просто нахуй нечего сказать. Мне просто нечего, блять, сказать. Просто нечего. Мне просто нехуй сказать. Да это, блять, сон какой-то, блять. Это просто сон. Такого быть не может. Такого, блять, не может быть. Да не может такого, блять, быть. Просто такого нахуй быть не может. Просто не может такого быть, понимаете? Это нахуй ёбаный сон, такого быть не может. Я в такую хуйню не верю, понимаете? Я просто, это просто пизда, это просто пизда. Еще не в яд ударься, еще не в яд ударься, я, блядь, не верю в это просто пизда. По-моему, я нахуй чела из игры кикаю. Пиздец. Вот это я, бля, понимаю. Ах ты, сучара, блядь, на том КП выжил, да? Это игра, блядь, на видос. Диаболик, сделай из этого видос, блядь. С надписью, нахуй. Я не знаю, блядь, проданные родственники. Я не знаю просто. У меня такого захода, блядь, не было, наверное, за 1000 игр. Это просто пиздец, такого не бывает. Такого не бывает. Это сон, я не верю в это сон, блядь. Это просто сон. Я не верю в это. Я не верю в это пиздец. Я не верю в это. Не верю в это, блядь. Dance with me, dance with me, dance with me, да, тати. Блять, куратор остался, что, пизды тебе дать, дружок? Или по всему ты хочешь получить поебучки? Сейчас посмотрим, что у чела. Возможно, у чела еще лучше заход, но я не представляю, что может быть лучше вот того, что вы сейчас видите, блять. Я не представляю. Ебать, такая хуйня, бля. Ай, блядь. Охуеть. Да он это никогда в жизни, блядь, не выиграет. Вы что, смеетесь, что ли, блядь? Вы что, смеетесь, что ли, блядь? Такое не выиграть, в принципе, это просто пизда. Это такие ноль шансов, что, бля, я не знаю, что это контрит. Честно, не знаю. Псевдо шансы есть. Псевдо шансы есть у чела. Ну такие псевдо. Тут должна быть рандомная хуйня в его пользу, чтобы он выиграл этот файт. Типа такой. Ну у меня кидры его сейчас ёбнет без шансов. Бля, ну куда ж ты нахуй бьёшь-то, блядь? Сейчас проиграем, чуваки, сейчас проиграем. Не, уже не проиграем. В теории могли проиграть, просто в теории. В теории. Я видел возможность проигрыша, но... Ну хотя начало стрима на топ-1 это реально круто. Окей. Начало стрима на топ-1 it's окей. It's окей, ну.
9232. Смотрите, делаем аналитику. Йок имеет обилкой плюс один, плюс один. Выиграл он АФК на 2. На первой таверне, значит, у него один моб. Значит, мы должны котика ставить первым, потому что два существа атакуют первее, чем один. И у него, возможен бабл 2-2, и то есть наш котик собьет бабл, и мы сыграем в ничью. Это единственный вариант, как мы можем потерять хп, мы от него отыграем. Если там стенка, если там еще что-то, то мы не выиграем. Бля, там марлок, ну ладно, у нас в любом случае ничья была бы. Но мы сыграли от самого худшего исхода, который мог быть. Мне АФК дали при вскрытии. Гандоны, блядь! Хуйню дали, вообще хуйню дали. Типа гидру брать на старте на АФК, ну, если вожак, конечно, прокнет, то норм. Во всех остальных случаях гидру брать это такое, ну, типа слишком, это слишком жадно и лейтово. Обычно быстрее вылет... Обычно быстрее вылетаешь. Вожак. Понимаю. Ебать трейды, блядь! Вообще обалдеть. С трейдами везет нереально. Просто челу на 9 прописали вместо 5. Ну, в ловушку Джокера с Мурлоками мы идти не будем. Скорее всего, просто Нзита возьмем плюс таверну Т3. Ловушка Джокера с Мурлоками, блядь, я никому не советую в нее попадать. Ловушка Джокера с Мурлоками — это самое страшное в этой игре, запомните, блядь. Никогда нахуй не ви... Блядь, в этой игре я вам просто дам совет. Вот реально, совет человеческий, как игрока, который, блядь, уже попадался на одни и те же грабли. Никогда, блядь, не играйте через Мурлоков. Просто никогда, блядь, не играйте. Если вам дают их в начале, окей. Но через них стратегию строить вообще нахуй никогда нельзя. Вообще. Супер редкий 1% шанс существует, когда надо, то что выбора нету. Но в среднем просто нахуй никогда не идти через Мурлоков. Это, блядь, просто уже, блядь, ну просто нереальный опыт. Ну ты хуйлан, конечно. Братан. Бля, ну он хотя бы не посередине ударил. Что-то прохладно было. Ha ha ha!